3 апреля в манеже «Красная звезда» прошел региональный этап всероссийского турнира по мини-футболу «Будущее зависит от тебя». Более 50 мальчишек и девчонок из детских домов и школ-интернатов соперничали в двух возрастных категориях для футболистов 8-9 и 10-11 лет. Победители получали право выступать в межрегиональном этапе соревнований. Мы участвуем не первый год, и последние 4 года мы попадали в финальный, следующий этап, скажем так, в Новосибирске, в Барнауле. Мы последние годы были третьими, поэтому у них стремление есть двигаться дальше. Они ждут и как бы спрашивают регулярно, когда у нас вот этот этап, они помнят про него. Команды состязались в динамичном формате, 2 тайма по 10 минут. И юные футболисты за это время стремились продемонстрировать все свое мастерство. В Колосовском районе очень развиты все виды спорта. И футбол я выбрала, потому что это интересная и очень подвижная игра. Там нужно соображать, бежать, думать и забивать. В результате главными триумфаторами турнира стали футболисты Петропавловского дома детства «Мечта». В старшей группе ребята из Муромцевского района победили за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Младшая команда уверенно выиграла решающий поединок у сверстников из дома детства на Корной. У нас дружная команда, и мы хорошо комбинировали, и забили красивые голы, и мы рады, что мы победили. Три команды стали призерами соревнований. В старшей категории второе место заняли футболисты дома детства «Радуга». Бронза у команды Колосовского детского дома «Энергия». В младшей группе серебряные награды завоевал коллектив дома детства на Корной. В межрегиональном этапе, который пройдет в Новосибирске, наш регион представит две команды из Муромцевского района.